эмоций стоит. И человек такие, снимая ноготки. Да я больше тебе прикол там сидит тоже в хате завидели. Ты же там снимаешь, ты показывай, показывай. И потом стартуя за всем матом в стену. Ну я мотоцикл сам приходил, пап с ним. Десь літом Америці розстріляли церкву, пам'ятаєте? Невеличка церквушка була. В Америці якийсь ненормальний зайшов, там розстріляв вже 25 людей. Потім показували цю церкву, коротше, людські. Кафедра, сцена і стрітбайк. Виявляється, це на інтер'єр, типу байкерська дизайнерський. Дизайн. А ти говориш, що во дворі в місто займає. Дідома стане. То ще благодаріше і сна не заїхав. Чо, можна було б, знаєте, Свет, от ви сюди не заїхав, бо ви ввели сюди не вліз. Чо, в коридорі? А чого ви вирости знали? Через стіну вперед. Через стіну. Да. Ой, ну под прицелом, да, сюда. Не, под прицелом тут. Что там, не лучше здесь? Большое лицо нашей домашней. Так только тебя будет показывать. Я уже сижу, я уже красный, я и бордовый. Нет, стул сюда и Серега сюда. Да. Но можно там поставить, если это. Серега, там есть розетка. А, хорошо. О, я там сяду. Да. Я со светом. Моя! Все, только ты попытаешься войти, все лучше. Музыка закончилась. Сидай меня, Саш. О, будет это да, снимать раз. Будешь это, на чем там? Ложки есть? Ложки. Бананы нет. Какие? Это ложки. Если поломаешь, я понял, потом в рулон вычитается. За стул, за ложки подлутые. Раздайте всем ложки. За ложки подлутые, это капец будет. Все готово. Давай по тексту. Речь приготовлена. Паш, давай. Не, я думаю, что сегодня может новую, несколько другом формате. Ну, давай, я уже. Да, у нас не будет формальности. Я думаю, что какое-нибудь коротенькое, ну такое важное слово для нас напутственное, потом мы прославим Бога, потом чай попьем. Пастор. Дам слово. Я думаю, что нужно будет и там, и там. Оттуда и оттуда все захотят услышать. Поэтому я думаю, еще в воскресенье поделюсь словом в собрании уже, да. Вот. Дайте его расслабиться. Дорогая церковь. Но хочу кое-что сказать. Спасибо всем огромное за молитвы, за вот, переживания ваши там, и молитвы ваши, потому что наша семья проходила такие непростые вот эти месяцы. Вот, и сейчас, слава Богу, так нормализовывается все уже. Вот, зятная реабилитация. Вот, дочь с внуком у нас пока сейчас находится временно. Вот, а так семья и была на грани уже, ну, развода уже, знаете ли, когда все это происходило. И, честно говоря, для меня, как для отца, было это очень таким, ну, скажу,
Я, наверное, слишком близко, может, говорят, там, близко принял к сердцу все это. Вот, но, с другой стороны, и утешение было большое. Знаете ли, благодать, вот я это вот прочувствовал. Прочувствовал на своей, ну, душе, в своей жизни. И, знаете, теперь хочу сказать, что любящим Господа, да, призван по Его изволению, все содействует ко благу. Даже такие вот, такие какие-то происшествия такие в семьях, да, наши, вот, во благо. Сегодня особенный день, сегодня и для моей жизни тоже особенный день. Месяц Адар начался, ну, если лунный календарь брать, вот, в полнолуние этого месяца Бог совершил чудо. Огромное чудо, которое записано в Библии, совершилось спасение Израиля чудесным образом вообще. Целая книга Библии посвящена вот этому месяцу и этому событию. Книга Пурим, Эсфирь, Магилат Эстер, о Пуриме рассказывающая. И знаете, есть такая, ну как, присказка, что ли, еврейская, начинается Адар, увеличивается радость. Вот избавление. Враг хотел уничтожить, убить, украсть, убить и погубить нас. Но вместо того сам враг был поражен, вот, и посрамлен. Вот. И есть Пурим, описанный в Библии, как избавление, спасение, а есть такое выражение Катан-Пурим. Катан-Пурим – это избавление в судьбе каждого верующего в отдельности. Избавление, которое в семьях наших происходит, избавление, которое происходит в разных общинах, какой-то свой Пурим, победа такая. Вот, и в каждой судьбе, в судьбе каждого верующего какой-то Пурим совершается. Будь это там финансовая сфера, кстати, тоже да. Будь это там сфера здоровья, служения. Враг-то хочет бить по всем сферам и бьет обычно как раз по самому больному месту. Знаете ли, вот как бы я, честно говоря, как служитель даже был, вот, ну, скажу так, меня из седла как бы выбило вот то, что произошло, честно говоря, как служителя вообще. Потому что, ну, ожидал отовсюду удар, да? Вот как бы, но вот где не ожидаешь, там вот и враг и ударил. И для меня это было очень больно, честно говоря, что... Но теперь, как говорится, за одного битого... Если там не биток дают. Вот, и Пурим происходит в наши дни, в наше время, вот, в наш час. Вот так вот. И, друзья, пусть... Действительно, вот эти, кстати, избавления от этих Пурима, они происходят, даже такое воззрение есть, учение такое, что ли, в каждом поколении. В каждом поколении людей что-то такое происходит сверхъестественное в жизни человечества, всего человечества, даже скажу так. Вот. И в книге «Сфири» там рассказывается интересно, как, ну, как бы такие секреты некоторые. Этого Пурима рассказывается, как сделать так, чтобы Божье чудо было вот реальностью, что ли. Вот. И как не попасть в такую проблему, когда нужно будет Божье чудо, чтобы выйти оттуда. Вот. Об этом, обо всем рассказывает книга вот, Эсфири, Эстер, Магилат Эстер. Вот. И сегодня православный календарь, если брать, то Сретение Господне сегодня. Вот так вот тоже красиво очень совпадение. Вот сегодня по всем храмам читаются вот эти вот тексты из Луки Евангелия. Вторая глава, где с 22 стиха и там по 40 включительно, как раз где рассказывается о том, как младенца Иисуса, да, принесли к храму, чтобы принести жертву за него, положенную в законе Моисеевым. И Иисус, маленький еще ребеночек совсем, крошка, 40 дней всего лишь от роду. Иосиф, Мария, они принесли младенца, первенца. И по закону за первенца полагалась жертва, она обозначена была в Писании.
Вот, и семья Иисуса не могла позволить себе финансово, они не имели возможности такой позволить себе жертву по закону обозначенную. И потому в законе была оговорка еще некоторая, что если семья бедна, и для бедных евреев позволялось ограничиться формальной жертвой, незначительной самой. Птенца глубинных, две горлицы, допустим. Это как по-нашему самая дешевая копеечная свечка, которую можно было принести. Самый нищий даже мог купить этих двух горлиц, этих, значит, и чтобы за него принесли эту жертву минимальную. Вот, и Иосиф, Мария, да, они принесли вот эту самую минимальную жертву. Иосиф не был скрягой, там, жадиной, нет, он был праведным человеком. То есть, если бы у него была бы возможность, они бы принесли бы достойную жертву, но не было такой возможности у них. Но они принесли минимальную самую. И вот представьте, наверняка в тот день, там, ну, как минимум десятки семей были. Ведь каждый день к храму приносили десятки младенцев. Вот, и те, кто в Иерусалиме и по округе рождались, приносили, чтобы принести достойную жертву. Вот. Но были и, конечно, такие бедные семьи, как вот семья Иосифа и Марии тогда. Но, знаете, вот Симеон, Шимон, он Духом Святым именно в этой семье увидел чудо. Он именно в этой семье он увидел в маленьком, совсем еще вот этом крошечном человечке, увидел Спасителя, Мессию Израиля, Спасителя, о котором сказал, что Он есть свет к просвещению всех народов, и Он есть слава народа своего Израиля. И действительно, вот я вам сказал, отпускаешь, ты не отпускаешь меня, Владыка, как и ты сказал мне. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господнего. И вот это чудо произошло в его жизни. Он увидел Христа Господнего, помазанника. И знаете, очень трогательная сцена. Многие говорят, что в этой сцене как бы вот встречаются Ветхие и Новые Заветы. В этой встрече как бы очень много такого трогательного. Там была женщина, Анна, да, пророчица, которая пророчествовала как раз всем ожидающим утешения в Израиле, говорила, что вот это, получается, избавление пришло, хотя по-человечески, знаете ли, избавление Израиля, ну как, Израиль находился под оккупацией, очень жесткой римской оккупацией, надежда на освобождение, на помощь извне никакой не было надежды абсолютно, своей армии не было, вот, те олигархи, богатые люди, которые имели деньги, возможность влиять, они только лишь под себя гребли. Вот. И им было глубоко наплевать на простого еврея, на простых людей. Им было даже проще быть под властью оккупантов. И, в общем-то, по-человечески никаких надежд не было для Израиля. Были отдельные патриоты, отдельные группы патриотов, такие, знаете ли, вот сорвиголовы. Вот они хотели что-то сделать, объединялись такие небольшие партизанские отряды, но это были очень незначительные группы. Их римляне не вылавливали, и свои же вылавливали, убивали. Вот, их, знаете, вот, зелотами называли их в то время. Они хотели добиться вот этого освобождения. Иисус зелотов не осуждал, даже среди его учеников были зелоты. Знаете ли, эти ребята, они, да, у них были свои заблуждения, но они были искренни, по крайней мере, в своих этих вот поступках, действиях. Были и есеи тогда, тоже искренние евреи, которые другую противоположность, другую сторону, зелоты одну крайность, может быть, занимали крайнюю позицию, и есеи другую крайнюю, совершенно другую, такую мистическую, религиозную такую. Они говорили, что мы будем вот тщательно исполнять заповедь Бога и будем чистыми пред Богом, взывать к Нему, и Бог пошлет нам избавление сверхъестественно. Зелоты говорили, мы своей рукой добьемся освобождения. Вот. Но и те, и другие, конечно, чаяли утешения вот, и освобождения Израиля. Вот. И вот интересно, когда маленький Иисус пришел в этот мир, младенец, его царство, как выяснилось,
раскрывалось со временем, да, его служение, оно было действительно уникальным. И оно есть уникальным, оно не от мира сего, не от века сего, оно другое царство. Его царство, государство, которое переживет все царства мира. Его царство переживет все империи, все царства. И его царство, оно непоколебимое. И Бог показал, интересно, Иисус показал, что его Божье царство, да, оно, ну, отличается всем вообще. Там, кто хочет быть первым, он последний. Вот, кто хочет получать, он отдает. Кто, то есть, его царство, оно действительно Божье, не человеческое. Чисто по-человечески его царство, оно проигрышное. Знаете ли, когда на суде был Иисус, то его даже спрашивал правитель удивленно: ты царь? Что, какой ты царь вообще? Иисус говорил, что если бы его царство оно было похожим на то, что вот Рим знает, к примеру, или современный мир знает, да, то тогда бы его слуги, они бы пытались бы его освободить как-то там, значит, и действовали бы по законам этого мира. Но Иисус сказал, что его царство, оно другое, иное совсем. И вот 2000 лет, знаете, вот он в притчах рассказывал об этом царстве своем ученикам. И вот 2000 лет это царство раскрывается. И вот все, что было в Библии говорено, все, что было писано, в том числе и в книге Эсфири, знаете ли, это были предугадывания этого царства, это были прообразы, пророчества этого, об этом царстве, о новом совершенно государстве, о новом, как нам говорили, новой общественной формации, совершенно новом человеке. Слава Богу! И, знаете, друзья, действительно, вот, пусть Бог нас благословит, как членов этого царства, как членов этого нового Божьего царства, которое непоколебимо. И когда на земле не останется вообще никаких царств, вообще, потому что все, пока вот мир существует на этой земле, да, такой порядок, какой есть сейчас, границы государств меняются, народы некоторые растворяются вообще, исчезают вообще. Некоторые новые, как бы, так вот, зарождаются, как бы, вот, формируются, вот. И много что меняется, конечно. Но вот в конце концов, когда все эти земные границы, они будут стерты, вообще исчезнут, и когда много что изменится, вообще все будет новая земля и новые небеса. Вот его царство, оно действительно всем миром завладеет. Это царство, в котором вот то, что кажется сверхъестественным и противоестественным для вот, современного человека, к примеру, да, обычного человека, индивидуума каждого, то в этом царстве это как раз естественно и одобряемо и хорошо. А то, что кажется в этом мире естественным, как раз наоборот, и правильным, в его царстве это противоестественно. И это неправильно. Вот. И пусть Господь благословит нас, как граждан этого Царства Божьего, вот, жить действительно вот, Его законом, Его любовью, вот, и Его Духом. Потому что кто Духа не имеет, Его Христова, да, тот не принадлежит Его Царству, тот не Его. И только лишь тот член его царства, кто имеет его духа, кто действительно готов. А вообще, по большому счету, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Его план вообще всех спасти, абсолютно всех и каждого. Его план действительно искупление всего рода человечества. Потому что он заплатил свою цену за весь род людской. Поэтому его план действительно спасение всех, абсолютно всех, всего сущего. И это действительно
Божья, мечта святая, и она осуществима в этой действительно удивительной Божьей благодати. Вот мы живем в уникальнейшее время, когда Божье Слово, Евангелие Христово распространяется как никогда. Вот. И сегодня век информатики, да, когда люди действительно слышат эту благую весть, Евангелие Царства Божьего. Вот. И пусть Бог нас всех благословит, знаете, утешит и благословит. Вот когда в конце, ну, в том году еще уже, получается, в 17-м, вот, когда все это происходило, вот, зять, он стал пить, гулять и вести себя так вот, вот, избивал мою дочь, вот, свою жену. Вот мы об этом не знали, она все таила, прятала, потом все это вылезло так вот, внезапно все. У меня тоже были смешанные чувства, что делать, убивать его, прощать его. Что, вот, вот, знаете, вот, вот как у отца у меня вот, мысли всякие, знаете ли, все-таки и татарская кровь у меня тоже порой иногда. Вот, и знаете, и как бы, да. И когда вот это вот с Богом уже тоже, и с Богом борюсь уже, что делать. Вот, и когда ответ божеский, действительно, вот, простить, да, и в очередной раз экзамен сдавал. Я думаю, что каждый христианин, видимо, время от времени сдает какой-то экзамен, большой или маленький. Вот, и я, братья, сдавал экзамен, короче, вот, тоже в прошлом году. Да, так довольно суровый для меня был, оказался, честно говоря, не ожидал. Вот, и утешение было такое очень простое, очень хорошее такое утешение было. Прямо среди ночи, так, еще под утро, зачумно еще. Но три слова, ну это как голос, не голос, мысль, не мысль, вот как-то так оно было. Но это прям настолько... меня во сне же настолько меня вот, ну, торкнулось, не просто, ну, ударило даже мне, как-то, потому что я это, там, чуть не грохнулся с кровати, там, я там начал как раз на этой раскладушке, там, проснулся весь такой, знаешь, вот, и тут же уже ни в одном глазу, конечно, сна не было, значит, записал вот то, что тогда во сне, еще в явь, уже в явь, уже не сон, уже молюсь, вот, и опять вот это вот мысль, не мысль, слово, не слово, оно, ну, не от меня, не я сам это говорю, как бы, сам в себе, знаете, как бы, а вот от Бога, я так рассуждаю, потому что настолько это было. И все очень просто, я, ну, уже в воскресенье поделюсь, а так вот скажу, что он признался в любви. Простая вещь, вроде бы, знаете ли, вот, что он любит меня. Вот уже, ну, и в служении давно уже вот, ну, уже 30 лет исполнилось, кстати, вот, 30 лет исполнилось моего церковного священнослужения православного. В 87-88 год, как раз вот на рубеже, вот, началось мое служение, а в начале 88 года как раз уже было, уже и на зарплату, уже на полное время, как говорят, в служении. Пошел. И с того времени моя жизнь, она вот только идет в таком, ну, русле, в таком ритме определенном, церковном. Вот, и, знаете ли, я себя даже уже того, до того уже мало помню, честно говоря. Вот, до церковного, как бы. До церковной я был, ну, художник, да, вот, училище заканчивал, Орловское художественное, работал в мастерской. То есть, как бы, да, вот это была моя жизнь тогда, вот такая. Но потом моя жизнь резко поменялась, значит, и вот началась моя церковная жизнь, такая полностью церковная жизнь, погружение в это, воцерковление такое уже как служителя. И знаете, но я так рассуждаю, что такие истины, видимо, даже уходя с этой земли, как вот некоторые рассказывают там отцы, все равно человек вот, понимает, что голым пришел, голым уходишь. Что все равно спасение — это благодать Божья. И это так.
И что самый великий экзамен для нас, это экзамен любви, и все. Вот, и Христос, Он, знаете ли, вообще, даже будучи униженным, оскорбленным, и все, да, и несправедливо обвиненным, и пригвожденным, но экзамен выдержал вообще блистательно, на все сто, да, выразиться. И прощал, и любил, и даже вот последнее издыхание, вот, враг ничего не мог прицепиться к нему даже, абсолютно ничего найти в нем, от себя, от своего царства, как бы, да, вот, ничего не было в нем, абсолютно. Это очень хороший пример, поэтому, когда Христос в нас, то действительно, вот этот экзамен мы сдаем. И я Богу благодарен вот за такие, такие простые откровения, что Он любит меня всегда. И что Он мой папа. Вот. Знаете ли, что, что Христос, Он мой брат. Он искупил меня. Вот. Что Дух Святой, Он всегда со мной. То такие простые вещи, да, но когда это открывается, то это, скажу, я не знаю, переживание, которое просто тебя окрыляет, и понимаешь, что не ты живешь в этот момент, а Христос, действительно Христос. Вот, и, потому что сам по-человечески, ну, другой человек, вот, если брать природно, как бы, человечески, другой человек. Вот, и я другой человек. Когда Христос в нас, то, то действительно это другая природа совершенно. Я, значит, знаете, как-то бывает ведь, что что-то из своей жизни забываешь, что-то, ну, так мало вспоминаешь, мало помнишь. А некоторые люди другие, которые возле тебя, они это помнят лучше намного. И тебе потом напоминают, тебе самому даже странно порой это все слышать. Ну, да, точно, так было такое. У меня было недавно тоже такое переживание. Со старым своим товарищем встретился я, тоже художник, очень хороший художник, вот, и он в Липецке живет, вот, и мы вместе учились в училище, в Орловском художественном училище учились, и знаете, он погибал, вот, недавно совсем еще погибал от алкоголя, пьянствовал, многие творческие люди, к сожалению, кризис такой переживают, он, как художник, переживал кризис очень серьезный, и он погибал. В запоях, в этих, халтурил, что-то подрисовал, что-то изготовлял, там, памятники эти на могилы и пробивал все тут же. Вот, как бы, значит, и, а хороший художник, таланты свои, вот, просто погибал в этом всем. И вот, и потом, Дима его зовут, очень хороший человек, он такой, ну, добрый такой по жизни, вот, его по училищу, помню еще такой, добряк такой. И, знаете, и... Он рассказывал, интересно, он сейчас верующий, вот эти годы, несколько лет уже верующий. Вот, и покаялся там в церкви пятидесятников нерегистрированных, вот, и стал, вот сейчас там даже уже и словом делится, так вот, и молодец, слава Богу. И вот он рассказывал интересную историю о нас, еще тогда, молодых ребятах, вот, когда мы учились в училище художественного. И оказывается, то, что я тогда рассказывал, ну, что я рассказывал, я... То, что я знал, я рассказывал. За что купил, за то продал. Знаете ли. И в основном я рассказывал даже другим ребятам. Дима там был, присутствовал всегда в этих общениях таких наших юношеских. Но я больше общался тогда с другими ребятами. Там двое было у нас там, Володя, я с ними общался. А другие ребята слушали так вот. Кто-то посмеивался, кто-то серьезно воспринимал по-разному. Я рассказывал то, что я переживал. То, что знал из Писаний, из Евангелий, это были 80-е годы, тогда вот 83-й, 84-й, 85-й годы. И в советское время еще тогда, да, значит, ну, Библия там у меня была такая, первая моя Библия была вообще-то книги по атеизму, вот, из которых я выписывал там тексты из Писаний, вот, как бы, и у меня, значит, такие были, была тетрадка такая, ну, она тайная, не тайная какая. Такая тетрадь, да, это больше была такая поначалу, потом там все рассказывал туда. И там были цитаты из Писания. Получается, книги, которые должны были уничтожать веру в Бога, да, они помогли мне, наоборот, вот как раз вот именно узнавать
Слово Божье. Вот. И вообще узнать, что есть такая Библия вообще на свете. Потому что там были в конце цитат, были ссылки, что Библия, издание такого-то года, страница такая-то, вот, глава такая-то. И у меня уже была цель, а потом вначале находил так случайно, не случайно, потом стал искать уже целенаправленно такие тексты. И была целая тетрадка у меня, исписана в таких вот мест из Писаний. В основном книги по атеизму, либо по истории искусств. Там тоже было много довольно таких интересных цитат. В основном, что касательно храма, храмового служения, значит, и у меня были такие альбомы, такие дорогие альбомы, в которых тоже были как раз в советское время, но там были отдельные цитаты. Вот на них я акцентировал внимание как раз тогда. И вот это рассказывал. Потом один парень мне, значит, в 86-м году уже было, уже Библию достал. Один из вот слушателей и их друзей, он был с другой группы. Я на художественном оформлении учился, а он был среди художественной педагоги, педагогическое отделение. Вот мы тоже часто общались, Владик его зовут, значит, тоже очень хороший художник, кстати. Хорошо выставляется, и вот, и он очень график хороший. И я, конечно, был очень благодарен ему, что он достал Библию тогда, вот, и он и сам читал, и мне доставал, и с рук. И знаете, вот, и то, что я узнавал из Писания, я все это рассказывал. Вот, и Дима, вот, который в Липецке, это художник-то, он рассказывал интересную вещь такую мне, рассказал, что и тот раз, и в этот раз рассказал, что, вот, знаешь, вот, то, что ты тогда вот говорил, я, вот, ну, принимал, не принимал, ну, слушал, интересно было, но как-то так, постольку поскольку. Но прошли годы, я эти годы не думал о тебе, не думал о том, что ты рассказывал, вообще забыл. Но вот после очередной пьянки вдруг все стало вдруг вспоминаться, само собой. Вот хожу, говорит, руки трясутся, еще похмелился, говорит, а я все вспоминаю тебя, вспоминаю то, что ты рассказывал. Представьте, прошло 30 лет, больше, чуть-чуть, и он стал все вспоминать. Стал все вспоминать, само собой, говорит. И, значит, и потом зашел там в одну фирму, хотел там либо одолжить денег, либо подхалтурить что-то. Тоже там памятник мой занимается, там художники время от времени заходят, халтурят. Он, значит, и он, значит, он решил туда. А там у них директор верующий, писатель. И он говорит, я тебе не дам вот, не похмелиться сейчас и не работать не дам тебе, значит, новый. Я говорю, дам тебе вот один диск, послушаешь, короче. Вот, можешь за голову, потому что ты же все-таки православный на самом деле. Давай православный. Да. Ну, православный какой-то, православный. Так. Чисто культурно православный, все. Вот, и, значит, дал ему диск, дал мне диск, говорит, Дима. И Дима говорит, я так машинально, ну, раз по касательно и в карман пошел дальше искать приключений. И говорит, иду, говорит, а сам как бы в уме отматываю то, что произошло. Я прочитал, Сергей Жолюв, думаю, стоп, это не тот ли, не ты ли это? И говорит, достаю, точно, так, интересно, ага, значит, домой прихожу, говорит, включаю, и у меня было куча вопросов, говорит, разных, и вот я, говорит, смотрю, говорит, тебя, слушаю, кстати, в Сакраменто моей было пробовать, записано там было, у Саши Шевченко, и, говорит, я слушаю тебя, значит, и ты мне отвечаешь на все мои вопросы. Какие у меня были, говорит, вот это да, я говорю, надо тебе искать, короче, где ты там вообще там пропал, вообще. Вот, и слава Богу, что он там прилепился к этой общине, вот, писятником, значит, и вот Бог совершил чудо у него, он, ну, пережил спасение, слава Богу, принял Христа, вот, и потом общался с ним, мы списались, так, общались, вот, и он, но он рассказал интересную вещь такую, что вот тогда, говорит, пацанами, я, говорит, слушал, говорит, но... Ну, интересно, такого по телевизору не увидишь, по радио не услышишь, что-то рассказываешь, что интересно, как, что-то такое новенькое услышать, но не более, не более. Но один был эпизод, который на него повлиял очень серьезно, он мне потом рассказывал это. Один эпизод, о котором я, честно говоря, знаете, вот, ну, попытался забыть его, и, как бы, и даже я как бы так не вспоминал его. Когда мы были там, не в стройотряд, а как, на картошку нас там на месяц, что там сорвались, учились, не помню. Ну, долго мы там были. Может, недели три, наверное, в село, в Орловскую область. Нас привезли, конезавод, значит, и там, значит, большие эти вот поля картофельные, и вот дали студентам работу, значит.
спасать этот картофель. Ну ладно, и мы там освоили на комбайнах, там, картофель там отбираешь. Ну ладно. Вот, нас туда прислали, поселили в какой-то заброшенной школе, вот там деревянный такой. Вот, значит, все удобства на улице, как бы, и, ну, для нас экзотика, для меня была вообще экзотика, так интересно, в селе, как бы. Вот, и там, значит, ну, как, пришли местные пацаны, подраться пришли. Ну, как развлечение в деревне, какое обычно, выпить, подраться. Вот, значит, ну, да, вот, как бы, значит, ну, и по девкам еще погулять там, значит, да, значит. Вот, значит, а это, значит, пришли и, короче, до меня зацепились двое, там, ну, один, точнее, даже один. Вот, и при том самое интересное, значит, у нас там было пару ребят, они более ярко выражены такие еврейской внешности. На меня он вот именно зацепился, как до жиденка. Значит, не знаю, что ему там это взбрело, значит, и, ну ладно. А у меня, как раз накануне я ребятам рассказывал вот это вот, из Нагорной проповеди. И я говорил, что я не буду противляться. Короче, это было такое, а он уже, ну, повзрослее меня, уже после армии, уже, понимаете, мы еще, пацаны еще, совсем еще до армии, еще там, зеленые, он уже после армии, еще там, десантуру там, ВДВ, там что-то, кричал ему там, значит, там все. Ну, вот. Ну такой, для меня уже взрослый мужик уже. Такой страшный, волосатый. И значит, там этих там таких, ну, как бы, накачанный, вроде как бы так. Такой. Вот, слегка выпившие, они все пришли. Значит, и он до меня, значит. Вот, но разговор был короткий. Ну, разговор интеллигента с хулиганом обычно короткий. Ну, в принципе. Я как мог объяснил, что я драться не буду. Вот. Он стал меня бить. Бьет, я падаю, я встаю. И снова встаю. И я решил, не буду закрываться даже. Вот. Ни блок ставить, не отходить в сторону. Вот буду стоять и все. Он меня бьет еще раз. Значит, вырубает. Я говорю, как, я встаю. Снова встаю. У меня еще бьет. Это уже там уже волнуется, ну хотя бы, ну хоть уклонись, хотя бы сдачу хотя бы дай что-то. А у меня прямо, знаете, вот такое упрямство такое, прям, что я буду стоять, все, и не буду закрываться, не буду даже отходить в сторону. Вот, он меня бьет, и он уже сам уже психует уже, значит, уже. Вот, он старается, как бы, значит, а я не вырубаюсь, я встаю, значит, снова встаю. Вот, значит, самое интересное было, это было чудо. Вот реально было пережито чудо, значит, какое, что на мне не было даже синяка. Он бил со всей дури. Значит, я не уклонялся и даже не уходил в сторону, специально думал, вот я буду стоять вот как есть. Вот, значит, бил ногами, бил руками, значит, локтем, коленкой. Значит, но потом даже раздевался уже на другой день уже там, ну, омывался, все. Ребята смотрели, не может быть. Ни синяка, ничего, лицо чисто. Вот, как будто он бил по какому-то предмету другому, не, как будто не по мне вообще. Вот, знаете, ну потом он с мутиками, этого жида, говорит, завтра, короче, ну типа, прибьем, короче. На другой день он сам погибает. Вот, он сам погибает, они там с ребятами пошли, значит, там, значит, с этими деревенскими там, за приключениями какой-то там, значит, там. И, короче, вот там, они опять были пьяные, и, значит, он погиб. Другие ребята покалечились, а он погиб, значит, и, значит, там страх напал на деревенских такой. Хотели того же, да, вот, замочить, как бы, значит, а он сам погибает. Местный авторитет, как бы, этого села, значит, там, вот, десантура, ПДВ, все такое прочее, значит, и он сам погибает. И все, на них страх напал. Больше они даже к этому месту, где наша вот эта вот, как называется, вот, бывшая эта школа стояла, даже не приходили вообще даже. Вот так вот. То есть они, ну, на них страх, реально страх напал такой. Вот, а другие у нас там ребята подходили ко мне, смотрели и говорят, ну, даже там кличку одно время там дали мне такой непробиваемый. То есть вообще, ну, хотя бы синяк был бы, понимаете, хотя бы потек какой-то. Ведь он бил в лицо, значит, и бил, значит, ну, без уклонений никакого. То есть, понимаете, и для меня было, конечно, чудо это, значит, что я, значит, выстрелил и страха не было. Ну, понимаете, я буду стоять на последнем, вот стоять, значит, но самое интересное,
каждый раз вставал, значит, и стоял, не уклонялся. Дима раз, да, значит, и Дима потом спрашивал меня. И я, значит, сказал, что вот я вот, я сказал это, я буду, значит, этого держаться, правил в жизни, говорю. Самое интересное, прошли годы. Вот Дима рассказал, что вот именно после того случая, оказывается, да, вот все, что я говорил, для него это было, вот как сказать, то есть он стал серьезно воспринимать это, в общем дело. Вот, вот именно после вот этого происшествия. Вот, тем более страх на них напал тоже. Ну, на деревенских давно страх напал, а на вот ребят, ну, такой не то что страх, но как бы всякие сомнения, всякие там мысли у них там были, всякие прочее. Но у Димы точно было, по крайней мере, он рассказал об этом мне. И вот когда прошли годы, я вот, ну, что касается, ну, православность я считал, но так. Папа мне доверял. Ну, я знал, что вот ты стал там священником где-то там. Вот, вот, вот тебе бы я доверился, значит. Потому что я видел тебя еще пацаном, я видел, что ты вот выстоял, как бы, да, и что, значит, что не было у тебя даже синяков этих не было даже, значит. Вот, значит, что это, ну, ну явно чудо было. То есть это, ну, невозможное. Невозможно, чтобы так было произошло. Вот, к чему рассказываю, что, знаете, вот мы не знаем даже, где вот сеем, да, и какие наши. Поступки производят действия, потому что я о том моменте старался не думать, знаете ли, так вот, и старался так уже забывать. А он, этот Дмитрий, да, значит, он помнил это. Представляете, он это помнил. И потом, слава Богу, однажды его, в его жизни это сыграло вот такую хорошую роль, толчком вот именно к его спасению. Послужил. Я Богу благодарен за это, за все. Благодарен Богу, что вот все так происходит. Вот так вот. Так что, друзья, пусть Бог благословит всех нас. И я знаю, что Господь производит свои чудеса в нас, разные чудеса. Мы по-разному тоже и принимаем какие-то решения, да, и реагируем. Я не говорю, что вот. Вот сейчас уже я постарше стал, да, я вот не знаю. Вот тогда себя молодого я с одной стороны понимаю, с другой стороны не очень, как бы. Я вот, ну, своим сыновьям я такой совет не могу дать. Вот какой я тогда принял для себя решение, понимаете, вот, значит, вот, чтобы не противиться. Вот я не знаю, но я так понимаю, что каждый из нас принимает решение какое-то вот в своей жизни. И может в каком-то периоде своей жизни какое-то решение принимает. Вот. И Бог очень сильно, я так понимаю, уважает наше решение и благословляет нас. Какое бы мы решение не приняли бы. Вот. Как бы мы не решили вот, себя вести вообще в какой-то ситуации, поступать. И вот тогда, когда, значит, вот я говорю, такой пережил стресс вот, в прошлом году, когда, значит, фотографии получил я. Ну, через одну сестру верующую, там, которая просто настояла, сделала фотографии и выслала нам. Я, конечно, был в ужасе. Вот, дочка была избита, значит, здесь фингалы все эти, вот эти синяки эти. Я, значит, не знаю, вот, знаете, это больнее, чем вот тебя бы самого избили бы. Вот, знаете, лучше бы меня бы, чем вот так вот дитё. Вот, и знаете, вот тоже мысли такие всякие, думаю, вот, вот что бы сделать вот с ним. Вот. И тут же, оп, простите, как, господи, я не знаю, как простить его, с ноги или... Больше всего сразу наши кровь, дыба, там, стягивает. Ну да, да, да. Нет, ну серьезно, порой кровь кипит, порой, знаете, вот, порой, не знаешь, как поступить. Вот. Вот. Это как какого-то генерала спросить, значит, а прощает ли Бог все террористы? Да, конечно, прощает, но наша задача, как военных, ускорить их встречу. Вот. Вот. Ну как, он по-своему объяснил, как бы, свое видение, как бы, этой ситуации. Вот. Но, значит, но, да, понимаете ли, я понимаю, теперь уже лучше понимаю, пройдя в очередной раз какой-то экзамен в своей жизни, еще лучше понимаю, что действительно будущее не за войной.
будущее за прощением, за миром, за любовью, будущее за этим. Потому что у врага нет будущего, у противника нет будущего. Будущее с нечестивым написано погибнет. Будущее с праведного есть мир написано. Вот, и, конечно, есть разные решения наши. И Бог уважает наши решения и приходит на эти решения. Допустим, в книге Пурим, в книге Эспири, да, о Пуриме рассказывается, что евреи, они взяли за оружие, они отстояли свою жизнь, свою свободу. Вот, и это было кровопролитие. Потом на второй день продолжилось все это. Вот, и Бог тоже, он внимательно благословил их решение, как бы, и как бы, это тоже было их решение, и их выход был, исход был. Но я понимаю, что совершенное решение проблемы, оно не в этом. Даже не в том, чтобы взяться за оружие. Совершенное решение, оно в другом. Оно в прощении. Вот если рай одним словом описать, то это прощение. Вот. А если ад описать одним словом, да, то это не прощение будет. Вот. И я вот от наших капелланов слышал разные рассказы тоже. Всякие, хорошие, плохие, разные свидетельства, вот, которые вот на фронте побывали. И уже с первых дней еще официально не было ни АТО, ничего не было. Они уже были там уже. Вот. И слушал разные рассказы, конечно. Но самое для меня... Такие сильные свидетельства были, знаете какие? Вот, даже не те, да, конечно, да, сильно, когда там снаряды не взрываются, вот, под твоими ногами. Вот, сильно, когда там, допустим, пуля меняет траекторию свою там, значит, сверхъестественно. Вот, сильно, когда там, вот этот Рицев рассказывал наш там, отец Павлов, значит, что вот один там, ну, как был такой, уже воевавший уже там в горячих точках, такой из разведроты, такой, как бы уже такой бывалый там, авторитетный такой дядька, и он немного так как раз насмехался. Другие слушали внимательно священника, этот немного даже чуть так, ну, так посмеивался чуть, что вот, ну, я сам, мол, знаю, что это война, как бы, и уже воевал уже, и Афган, и все, значит, и здесь, короче, на себя надо полагаться. Вот. И самое интересное, значит, и прилюдно, как бы так вот перед солдатами немного так вот, ну, священника уничижил. И представляете, отец Павел говорит, что я тоже вот, не знаю, как отреагировать, но тоже прощаю, молюсь за него. На другой день, а он здоровый, больше 2 метров, детина такая. Короче, к нему в ноги, батюшка, прости, что случилось? За одну ночь перемена. Вечером так вот, утром, ну, ближе к обеду. В ноги бросается, прости, а люди смотрят тоже, такой здоровый, такой тут. А что случилось? Оказывается, ночью они были там, вот от разведроты, у них было там, ну, рейд какой-то определенный, и в него была пуля снайпера. И он сверхъестественно, он показывает ухо, показывает ему ухо. Это не бывает такое, то есть он показывает ему. Короче, пуля влетает сюда, вылетает отсюда. У него, по идее, значит, от головы ничего не должно было остаться вообще. То есть, ну, такие попадания такие подобные, это просто от головы только маленькие кусочки остаются там по периметру. Вот, значит, просто шея и все. Вот, значит, но он как чисто военный, он это знает просто. И снайпер его вычислил, и, может, самого большого, не знаю, но, короче, его и бабахнул. Но самое интересное, пуля влетает сюда, у него ухи, не лопоухи. Уши у него вот именно вот обычно прилегающие. Но вот как пуля попала сюда, вылетела отсюда, аккуратная дыра эта, вот еще пробила ему ухо. Как она прошла насквозь головы, вылетела, получается, ну, судя по всему, она же не так, не показательная, а вот прямо пролетела сквозь и не разбила голову. То есть, как это? То есть, он понимает, как военный, потом все время размышлял, как бы, что это только Бог. Да это только Бог мог сделать. И он там все каялся, и вот это ухо показывал потом всем. Вот смотри, это точно Бог есть. Это реально Бог. Моей башки не было вообще. Все. Вот, а Бог есть. Вот. Как здесь не поверить в Бога?
Я не знаю, что думал снайпер, но он тоже, наверное, покаялся. Ну, представьте, должно быть, было бы бух, и все, башки нет. Неубиваемый. Ну, какой-то, да. Гибор какой-то. Точно. Вот, но знаете ли, но, по крайней мере, для вот самого этого человека, да, с развитой рода, для него это было свидетельством. Много других было интересных рассказов, конечно, таких, что там, ну, как бы, даже там наши священники рассказывали, что мы верующие священники, все, но эти хлопцы рассказывают такие чудеса, что мы сами рты раскрываем, что не может быть вообще, то есть, как это вообще, ну. Но самые большие чудеса для меня были, знаете, какие? Когда люди становятся на колени, молятся, прощают. Там были ребята, которые прошли вот ад буквально, были в плену. И которые вот, ну там страшные вещи происходят, просто рассказывали. Вот, значит, и вот они, значит, на колени становятся и плачут, и прощают своих плачей. Понимаете, значит, вот и молятся, и просят о мире. Вообще, это, вот, знаете, я слушал те рассказы, там сами священники говорят, что это, ну, для вас это было такое потрясение просто вообще. Что это не, вот это вот действительно вот рай, действительно вот это Царство Божье. Спасибо, Господь. Спасибо, Божий всемогущий. Спасибо за Пурим Божественный. Спасибо за то, что Ты в наших судьбах великий, могущественный Бог. Спасибо, Господь. И каждому из нас, дай Боже, экзамен. Экзамены наши сдавать, пусть зачетка нашей души, нашей жизни земной, она будет пестреть хорошими оценками этими, Боже, от Тебя зачетами, Боже, потому что мы в нашей судьбе время от времени большие или малые экзамены такие, Боже, проходим. Спасибо Тебе, Господь. Без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобою действительно мы сможем сделать все. Боже Святой, и мы граждане неба, и это не просто слова, это действительно природа наша, новая природа. Это жизнь наша. Слава Тебе, Господь. Аминь. Споем, что ли? Стоя Господь, слава Твоя, Иисус, будь прославлен, Господь, дякую Тобі, за цей час, що ми листуємо, самі діти, те, що ми в нас є, Ти об'єднав нас, Господь, Слава Небесна, один з вас, слава Тобі, слава вся Тобі, Бог Ісус, слава вся Тобі, прославляй Тебе, Ти сьогодні, Ти святий, святий. О, слава Тобі, наш Тато Небесний, ми славимо Твоє ім'я, Твоє царство, хай прийде, воля хай буде Твоя на землі. Хай небеса прийдуть на землі, як на небі. Хай небеса прийдуть до нас. Хай небеса прийдуть. I never
Спасибо тебе, Господь, что мы не являемся без чего-то.